Сегодня Московским городским судом по результатам рассмотрения апелляционных жалоб защитников было вынесено определение о возвращении уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом по существу. Мы это решение суда апелляционной инстанции оцениваем максимально положительно, то есть те доводы стороны защиты о незаконности вынесенного приговора и предъявленного обвинения, и о недоказанности преступлений, которые якобы совершили наши подзащитные, были услышаны судом, и результатом этого явилось данное решение. Это действительно большая победа, потому что из всех возможных реальных вариантов это максимальный результат, которого мы могли добиться в апелляционной инстанции, и радует то, что суд не просто отменил приговор и вернул его на новое рассмотрение в районный суд, а отменил приговор и вернул прокурору, то есть так называемое допроследование. То есть наши аргументы были услышаны настолько, что суд согласился с доводом о невозможности в принципе рассматривать это дело без устранения кардинальных существенных нарушений следствия. Поэтому мы ждем возвращения дела прокурору. Ребят привезут обратно в Москву. Наверняка будет решен вопрос по мере пресечения, какой результат будет, пока мы не можем прогнозировать. Но в целом это максимально позитивный результат, который был возможен.